Всем привет! Вот хочу вам показать выставку Алексея Ежова. Был сегодня в таком у нас в Питере месте. Называется она выставка «Эрарта». Это некая площадка для современных художников. И вот нашел там очень удивительные, красивые картины этого художника. Действительно, они очень красивые, симпатичные. Просто вот ходишь, и мне очень понравилось, и радуешься. Вот, пожалуйста, посмотрите. Она будет, по-моему, до декабря в Эрарте. Приходите, смотрите. Не смог я пройти мимо, чтобы не сфотографировать и не сделать видео. Все, всем пока, всем привет. Смотрите интересные картинки. Не картинки, а картины.